Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас еще один заказ по шестому каталогу Фаберлик. Здесь есть еще новинки седьмого каталога Фаберлик. Интересный комплект белья. Итак, поехали. В отдельном пакетике были БАДы. Повторила девчонки куркумин. Здесь 60 штук, по 2 в завтрак пью. Во время еды по 1-2 капсулы в день. Во время еды нравится. Вы знаете, нравится какое-то вот ощущение комфорта, хорошо себя чувствую и так далее. Вообще уже много раз повторял, что куркума — это невероятно крутой, полезный продукт. Можете почитать, ознакомиться. Вообще крутой. Появился для ВИПов Probio Full. 60 штук здесь тоже. Так, я вам артикул не сказала. Куркумина. Артикул его 158.00. Вначале не было, а сейчас появился. 158.05. Тут тоже хороший состав. Это поддержка кишечника, иммуномодулятор в какой-то степени, потому что иммунитет у нас с вами из кишечника, да? Поэтому хочу пропить и посмотреть. Обязательно отзыв свой оставлю. Он у нас с вами пьется по одной капсуле 1-3 раза в день во время еды. Ага. Попробуем, попробуем. Наверное, в завтрак и ужин по 2, среднячок можно так взять. Так, девчонки, взяла, no stress, захотелось попить, повторить. Нравится мне этот БАД, он действительно классный. Здесь классный состав, вообще потрясающий. Здесь достаточно большое количество магния. Кто вот именно магний ищет, да, в БАДах Фаберлик. Много магния, здесь витамин В3, ПП, да. Посмотрите, вот состав показываю. Так, и артикул у нас с вами 157.25. Поддержка нервной системы, скажем так. И давайте с вами пробиофильм откроем, посмотрим. Смотрите, какая штучка эта от крышки сюда прилепилась почему-то. Так, и вот они вот так выглядят. Куркумин. Там действительно как куркума, они такие желтые, эти такие прозрачные. Слушайте, запаха никакого не имеют. Так, дальше поехали. Взяла два освежителя. Все освежители в доме что-то позаканчивались. И взяла, давно не брала, вот такой вот тропический бриз, да, 303-26, это такой запах свежести морской, освежители водные, они безопасны, у них вот здесь на крышечке есть такая защелка, вы ее нажимаете, когда уже ни ребенок, никто распылить не сможет. Классный такой свежий аромат, вот для ванной комнаты прям самое оно. Классный, классный. Они безопасны для животных, для всех. И взяла еще, девчонки, вот такой акваспрей-освежитель. Бликует у нас с вами этикеточка. Аромат увлажнения, цветочно-цитрусовый микс. Забыл уже его аромат. 303-40, освежить впечатление. Сейчас попробуем. Ну да, цветочно-цитрусовый действительно достаточно яркий. Один из самых ярких ароматов Фаберлик именно вот в освежителях. Так, из серии Ля Крем взяла вот такой вот увлажняющий гель для душ с кокосом, потому что в последнее время, я уже вам говорила, хочется что-то нежненького вот на всякие такие яркие отдушки. Именно в гелях для душа прям какой-то бе. 83-93 артикула. Они похуже пенятся, чем, допустим, Ботаника, чем Бонжорно. Но здесь именно кремовая текстура, вот по типу гели для душа, да. Так, дальше, девчонки, смотрим. О, у нас здесь с вами интересные пробники. Очень интересные пробники. Я не знаю, что это за водичка, потому что, по ходу дела, она будет в восьмом каталоге, в седьмом ее точно нет. Почему-то здесь один артикул, хотя в коробочку засунули два пробника. Сейчас уже картинка для ВИПов появилась в акциях, да, а до этого, когда я заказывала, даже картинки не было. А так выглядят они интересно. Смотрите, у нас здесь Air Flowers и Four Rest. Я так понимаю, For Rest это для него, потому что описания ничего вообще нет. Вот берешь кота в мешке. Air Flowers, It's Clear by Faberlic. И For Rest, It's Clear by Faberlic. Значит, женский, я так понимаю, если я правильно понимаю, 340.17 артикул, мужской 340.07. Давайте тестировать. Интересно очень. Попробовать. Опять что-то похожее. Опять что-то похожее, вообще не пойму, что. Какой-то легкий-легкий аромат. Зелень. Он какой-то вообще как будто не стойкий, девчонки. Вот не пойму, он какой-то очень легкий, я его практически не ощущаю. Я уже вылила 1/3 пробника себе на руку. Какой-то легкий цветочно-зеленый аромат, но приятный, не противный, каких-то вот резких ноток тут не чувствую. Немножко есть, знаете, свежескошенной травы аромат. На что похож, на что-то опять похож, не пойму. Мне кажется, что-то подобное было. Вот сейчас он немножко раскрывается на руке. И хотя бы я его уже ощущаю, какой-то он неуловимый совсем. Но мне не нравится. Есть какая-то нотка, которая отталкивает.
Вот есть какая-то нотка, я не буду брать полноразмерку, вот она мне не нравится, девчонки, берите пробники. Вот что-то классическое, фаберликовское такое вот есть. Сейчас буду открывать мужской, тоже выливать себе на руку, посмотрим. Если это мужской фор. Может, это не мужской, может, это две женских. Скорее всего, так и есть. Опять какой-то неуловимый. Или у меня с обонянием что-то. Здесь какая-то шипровая нотка есть. И какие-то горькие эфирные масла. Горчинка какая-то есть. И знаете, какая-то есть нотка, похожая на молекулу первую, классическую. Вот это вот какая-то смоленисто-древесная. Но он интересней. Он гораздо интересней. Еще бы понять, женский он или мужской. Но на мужчине я явно такой аромат ощущать не хочу, если честно. Да и на себе тоже. Какие-то странные новинки, вот ей-богу. Первое, вот больше гелем для душа бы я отнесла вот этот вот парфюм. Но на себе нет, точно нет. Второй вообще странный. Но есть вот эта вот нотка смоленисто-древесная, вот от молекулы. Вот она действительно есть. Он интересный. Такого вот фаберлик я не припомню. Это который второй. Это который four. For rest and flowers. Наверное, два женские, девчонки, аромата. Я так подозреваю. Ни карточки товара, ничего нет. For rest. Вот for rest интереснее. Вот на него, мне кажется, стоит обратить свое внимание. Он какой-то интересный, не классический, фаберликовский. А flowers, типа flowers, да? Это что-то уже похожее, что-то вот как будто несколько парфюмов Фаберли каких-то смешали, получилось вот это. Ну все, не знаю, в общем, девчонки, как вам еще рассказать, описать. Салфетку вот такую вот повторила, размер 30 на 30, классная, она в сухом состоянии действительно цепляется за кутикулы, за всякие заусенцы. Очень неприятное ощущение, поэтому микрофибру не очень люблю. Артикул 910-432, но в мокром состоянии она просто идеальная, она огромная, она прекрасно впитывает. И одно удовольствие протирать поверхность и убирать со стола, поэтому рекомендую присмотреться. Так, и дальше, девчонки, у нас как раз с вами комплект белья. Я давно на него смотрю, очень давно на него смотрю, и думаю, что же смотреть-то надо брать. Вот так выглядит этот комплект, сейчас я вам название зачитаю. Это бралет. Так. Бралет с эффектом пушап. Вообще очень много, очень мало бюстгальтеров осталось Фаберлик именно с эффектом пушап. Вот прям хочется намекнуть в обратной связи, чтобы ситуацию это как-то исправили. В основном все какие-то либо спейсеры, которые грудь делают некрасивой, либо совсем без всего тряпочка. А вот именно пушап совсем нету. Прям вот, наверное, 2-3 бюстгальтера. И флоранж, и Фаберлик в том числе. Это Гретта, цвет карамель. Я взяла размер 90C, девчонки. Он был, размеров мало на самом деле осталось. А трусы взяла L. Мне показалось, что они должны быть с утяжечкой. Мне так показалось. Сейчас я распакую за кадром, пошуршу и все посмотрим. Так, смотрите, это артикул трусиков 503-875. И артикул бюстгальтера 503-862. У меня вообще по фаберликовским замерам чашечка B. Мне в идеале подошел бы 90B, но таких размеров фаберлик нет. Но я перерыла весь интернет, долго выбирала, какой себе взять комплект, и посмотрела, девочки в обзорах говорили, что чашечка именно у этой модели Гретта немножко мало мерит. Поэтому, надеюсь, будет хорошо. Так, давайте начнем с трусиков. Во-первых, цвет красивый, мне очень нравится цвет. Да, они будут с утяжечкой. Хорошо, что Эль взяла, даже Элька какие-то большие, смотрите. Даже Элька большие какие-то. Будут с утяжечкой 100%. Это флоранж. Качество изумительное, правда. Смотрите, как верх трусиков оделан. Качество изумительное. Здесь такая полосочка. Они полупрозрачные. То есть там под сеточкой еще есть материал. Красивый, красивый. Очень красивый. Мне прям нравится. Этикеточка. Защита гигиеническая. Все отлично. Очень красивый, девчонки, комплектик. Вот очень. Он не белый больше, он такой вот как-то, не знаю, молочный, что ли. Красиво. Красиво будет смотреться по-любому. Но вот трусики очень хорошо тянутся, будут утягивать 100%. Они есть с высокой посадкой, а к этому комплекту есть обычные. Так, смотрите, как бюстгальтер пришел упакован. Мы это все дело с вами убираем и смотрим. На самом деле чашечка довольно большая. Довольно большая. Примерю, обязательно отпишусь. Потому что я хотела брать, по-моему, был 85B сначала. По-моему, был в наличии. Она довольно большая, очень красиво выполнена. Все здорово. Здесь кружево, под кружевом поролон. И вот у нас с вами, собственно говоря, пушап-эффект вот этот. Вот он. Классно.
И на самом деле в каталоге Флоранж вот этот низ, он смотрится довольно длинным. Не знаю почему, как будто он где-то вот такой. А по факту он не очень длинный, поэтому не бойтесь брать пролеты. Смотрите, какая прелесть. Вот здесь резиночка, но не сказать, что она хорошо тянется. Вот я ее растягиваю, да, до максимума. То есть тянется совсем чуть-чуть. К ней пришито кружево, которое тоже, я думаю, будет смотреться очень классно. Вот такая вот бретелечка. Три крючочка и 4 ряда, да? Все тянется. Это, наверное, эластан. Вот здесь тянется, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Ничего не хочу сказать. Бретелька узкая. Такая, знаете, шелковистая. На многих моделях Флоранж она такая вот, как шелк. А дальше резиночка, на которой написано Флоранж, которая регулируется. Не отстегивается ничего. Так и есть. Красивый, слушайте, комплект. Красивый. Ничего не хочу сказать. Очень красивый. Сейчас примерю, посмотрю. Надеюсь, что все подойдет. Я купила себе, вот тут, кстати, тоже Флоранж написано, расширители для бюстгальтера. Потому что планировала брать размеры B, да, и по объему, если будут малы, надставлять. Поэтому, если что, у меня есть в этом плане, я уже не беспокоюсь. Сейчас буду смотреть по чашечке, потому что она мне прям кажется очень большой. Надеюсь, все будет достойно. И эффект пушап тоже вот с обратной стороны вам еще покажу как следует. Очень красивый комплект, достойное внимание, прям качество. Все нравится, вот все нравится. Вот верхушечка красиво сделана. И цвет обалденный, такой больше персиковый. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот такой небольшой заказ у меня еще был по шестому каталогу. Надеюсь, вам видео было полезно и интересно. У кого есть такой комплект, пишите, как вам в носке. Всех люблю, целую, всем пока-пока. И ссылочка для регистрации всегда под видео.